Здравствуйте, мои дорогие, с Новым годом, и пускай в ваших жизнях будет все только самое лучшее. Так, мои хорошие, сейчас смотрим, что в прошлом. Давайте посмотрим, вот хоть не часто. В прошлом очень темное показывают, ну, смотрим на ближайшее будущее, значит, здесь показывают абсолютно ближайшее прошлое. У человека, то есть у вас, да, очень много мыслей каких-то темные, какие-то непонятные, спутанные. Они представлены здесь как спутанная копна темных каких-то волос, не очень, которые расчесать просто невозможно. Вот вы не понимали, как выйти из какой-то ситуации, думали много. У вас будто бы есть какое-то решение на носу. Вот так. На носу. Я здесь вижу очень плохое такое, вот в прошлом, ну, что я вижу? Смотрите, танк. Ну, это обозначает, и вот еще, видите как. Это обозначает, что было что-то очень-очень страшное и неприятное. Это прошлое. Много темноты и неясностей. Вот я сейчас смотрю вот в этом светлом просвете, да, что там происходит там. Как будто бы кто-то кого-то пытается наказать. Наказать в кавычках, потому что не за что. И вообще права не имеет даже. Ну, опа, на этого наказывающего есть какая-то управа. Управа из будущего, она уже сейчас протягивает руку на этого, который пытался вас наказать. Итак, смотрим теперь. Я сейчас удобненько размещусь, чтобы и вы, может, видели, да, и я. Так. Что у нас здесь? Давайте спросим, кто этот, который вас пытался наказать. Ну, тут вы видели, вы знали. Тут что-то все связанное такое. Ой, девочки, я вот еще вижу прошлое. Боже, какая информация. Я должна сказать, здесь чья-то, ну, то есть семью показывают, которая под покровом. Вы в этом негативе хоть и были, но он был, вы как под куполом были, под защитным куполом. Высших сил, целое семейство, где бы вы ни были, в разных каких-то регионах друг от друга, но ваша семья защищена, вы под покровом. Вот так. Кто вам этот покров сделал? Может быть, даже здесь, на этом канале, вы вот в этой силе можете эту, ну, эту силу иметь, да, и слава Богу, вот такой защиты я желаю каждому светлому человеку, который осознанный и... Да и вообще каждому человеку, который не приносит зла другим людям. Пускай слетит защита с тех, кто творит безнаказанное зло. Вот так. Пускай это зло будет наказано. Я просто вижу, что какой-то чертик пытается пробраться в ваше пространство под видом светлого человека. Вот это было. Это было. Либо под видом какого-то светлого. А что-то забрать, что-то украсть хотел. Но вы светлая, вы закрыли, вы даже его закрыли. Ваш покров закрыл этого черта, может, он стал светлым. Как будто бы кто-то в вашем окружении поменял мнение у вас о ситуации, о какой-то... Вы из темного кого-то сделали светлым. Кто-то осознанный, прозрел. Обалдеть. Так, да будет так, скорее бы прозрели многие, да? Окей, хорошо, смотрим дальше. Я вижу большущий букет, вам будет радость сейчас буквально для красивой женщины. Тут какой-то мужчина, потому что показан, как он мечтает о женщине, о ее формах. Будет дарить букет цветов. Он сам как букет такой нарядился, как пижон какой-то. Мечтает о ней, дарит что-то. Это богатый мужчина, богатый. Ну, либо говорят, что есть какой-то ресурс, он, может, делает вид, влюблен в вас. Бог просто похож на Бога. Как это? С трезубом. Морской Бог. Опа, забыла. Ну, в общем, понятно, да? Он дарит вам подарки. И цветы, и какой-то у него, какой-то подарок в руках. Какой-то шар. Ну, это, знаете, как будто бы какой-то воздух, что ли. А сверху прикрыт листом. Ой-ой-ой. Это что-то хорошее, плохое? Король Пентаклей показан. Король Пентаклей.
Здесь были два старших аркана, карта смерти и карта Иерофант. Человек, который прошел смерть и многое осознал, возродился. Да, человек, который увидел в вас какую-то прям шикарную женщину. Ну, а что он вам дарит? Так интересно. Я не вижу с его стороны плохих энергий. Ну, вот его показывает, и все. Есть с его стороны какие-то дары, но он не дает вам столько, сколько вы заслуживаете. Слушайте, тут кто-то в пару вступает. Мужчина к вам. Вот-вот, на пороге уже. Прям бросился в глаза. Это после периода, когда вы что-то в себе проработали, осознали, когда был акцент именно на себя. Вот появляется такой человек. Ой, показывает еще такую сцену интересную, как будто бы мужчина, вокруг него три женщины, и все его боготворят, все влюблены в него. Вот вы, если мужчина, вы смотрите, это сюда же. Для женщины, если смотрите, вот тот мужчина, который к вам идет с подарками, ну, он ничего плохого не несет вам, он какую-то большую энергию. Я вижу, что вы его не любите, может быть. Но он очень с такими классными, позитивными энергиями к вам, как будто бы вот прям пришел просить руки и сердца. В скором времени такое будет или вот что-то такое идет. Даже если это новое знакомство. То, если женщина смотрит, то вот этого второй образ – это тот же самый человек. Вам прям хотят сказать, что вы, если обратите внимание на него, если вы проявите чувство к нему, то вы ничего не потеряете. Потому что он нравится многим женщинам, он очень богат, но он несчастен в любви. Не знаю, ни одна в его душу не запала, а вы западете. У него есть какое-то милое животное или какой-то защитник, может быть, который невидимый. Все может быть, но что-то есть такое милое, классное животное, которое защищает его. Опять показан мужчина, который тоже проявляет к вам чувства. Тоже летит один такой широкоплечий. Скорпион, может быть, кстати, по знаку зодиака. Прям вот скорпион идет. Тоже с цветами, но он какой-то такой, он самый большой-большой. Цветочки маленькие-маленькие. По сути, говорят, что, ну, либо то, что в руке держит. Если у этого первого там огромное что-то, но он как почему-то как завуалированное под пустоту, то второй этот мужчина, проявляющийся к женщине. Если мужчина, да, смотрите, так как это вы, мужчина, вот вы проявляетесь к женщине. То есть тут говорят, что ко второй женщине какой-то мужчина будет проявляться не совсем на весь свой ресурс. Вот не совсем на весь ресурс, потому что может больше, вот так вот. Может больше, но дает очень мало. Ну, вы это все будете видеть тоже, да. То есть тут так говорят, что вам это будет заметно, кто как проявляется. Так, прекрасный знак морского конька идет, очень классный. Это и радость, и деньги, и счастье, даже два таких знака. Очень хорошая, в принципе, чашечка. Как будущее просветляется. Так. А женщина смотрит на какую-то возможность, либо предмет, и сравнивает его с чем-то другим. Где больше? Она хочет выбрать, где больше. Вот как-то так. Идут буквы У, К или У, Л. Больше У, К идет. Ук. 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 Может быть, Украина. Что-то такое ук.
Так, где больше? В общем, она хочет выбрать что-то большее. Ею движет что-то, ну вот то, что она, ну как, нет, это не выдумала, не надумала, это что-то такое, что она придумала в голове своей, какой-то план. Этот план связан с чем-то, что, от чего она отвернута сейчас. Может быть, недвижимость какая-то. Вот такой домик идет. Вот, но она выбирает лучшее, большее. Так. Кто-то начнет праздник и не закончит. Почему так? Вроде как праздник не удастся. Не до конца праздник. Вроде как грустно, но очень светлое. Грустно. А, смотрите, тут что-то связано. Все равно душа поймет. Вот. Вот так вот. Тут часть какая-то будто бы остается в одном месте. Да, вот кто, что-то вложенное, душа там, где вложено. А часть идет с человеком в другое место. Дальше. Вижу человека, достигшего своей головой каких-то больших результатов. Ну, прям вот очень прокачанный человек. Он достигает какой-то вершины и на этой вершине ставит флажок. Вот так. То есть это та вершина, ну как, достижение, которое только он сделал в этой сфере, на этом поприще. Да, ставят флажок, когда первыми достигают, да, то есть вы первый, либо первая достигли этой вершины. Так, два человека подружились вместе, два просто гиганта, мужчина, женщина. Они вроде как однополые, ну, то есть говорят, что либо двое мужчин, либо двое женщин. Это как два брата, либо две сестры. Какая-то такая ситуация, когда они очень близки друг к другу и что-то рассказывают, веселые такие. То есть тут дружба, вот именно дружба, это не любовная, но душевная тема. Кто-то смотрит на человека, как на продвижение вперед. Вот, скорее всего. Опять же, как на продвижение вперед, то есть оценивая человека, даже такой взгляд оценивающий. Вот. Но кто-то будет заводить отношения с человеком, либо строить, либо пытаться строить с человеком по расчету. Это любые могут быть отношения. Так, светофор явно вижу. Это желтый цвет включен. Приготовься, говорят. Приготовься. Знаете, к чему приготовься? К победе. Приготовься к победе. Я уже думала, Господи, к чему приготовься? К победе. Руки вверх, такие, ну, довольные, вот как, ну, класс. Приготовься к победе. Вперед к победе. Латинская буква «Р». Что вы там? У кого-то под мышкой латинская буква «Р». Что-то светлое, хорошее. Так, я вижу сердечную дорогу, она какая-то странная. Когда вы то вместе, но человек постоянно думает о вас. Постоянные мысли о вас есть у этого человека. Но вы как не вместе. Не вместе. Но есть такие моменты, когда вы как сходитесь, знаете, как будто бы кто-то с кем-то начинает общение. Так, я хочу, знаете, что еще сделать? Я хочу посмотреть на картах. Так, посмотреть на картах, что на ближайшее будущее тоже немножечко разбавить кофе. Что-то очень быстрое летит, но что это? Что это такое?
Королева мечей какая-то к вам летит на разборке. Будет, что-то напишет вам какая-то женщина. Разобраться хочет, какие-то свои доводы у нее есть и пытается что-то доказать, что-то такое. Дальше будет какой-то шанс в вашей жизни. Завершение, глобального завершения, в которое даст вам целостность и приятие, принятие себя. Вот такой, какая вы есть, классная и шикарная женщина. Это может быть даже, знаете, как почувствовать себя любимой, это есть тот, кто вас будет любить всем сердцем. Вот прям огромный большой такой шанс. Вот так вот. Так, карта смерти идет. Кто-то с кем-то прощается и ставит. Вот буквально, знаете, как такая ситуация, как будто вы на могиле ставит, вкапывает в землю, видите? Ситуация идет, знаете, какая? Зуб за зуб, глаз за глаз. Вы были очень милым человеком. Вы сам по себе человек очень такой милый, кажется. Но сейчас у вас зуб за зуб, глаз за глаз. Вот такая ситуация идет. Хорошо, вам удастся это? Ну, здесь король. Да, здесь король все-таки. Королю многое удается. Удается либо вам, вы в таком состоянии крепкого человека, который действительно получится у вас все. Не своими даже силами, но диригируя, хоть и сложно, у вас получится достичь баланса какого-то вот в этой ситуации. Или с помощью человека. Мужчина тут тоже у кого-то в жизнь заходит. Поможет вам в вашей тяжести. Убирает какие-то лишний груз и показывает дорогу, где... Вернее, нет, он не показывает. Он вас берет, на руках несет по этой дороге, где легче. Вот так. Вот такое вот у кого-то. Дальше. Какое-то что-то из прошлого. То, что вы что-то могли, может, даже забыть или же не помнить, но оно будет давать о себе знать. Что-то из прошлого. Ваш какой-то труд какой-то, ваше какое-то дело из прошлого даст о себе знать. Причем очень классными дарами. Вы сможете что-то даже как показать кому-то. По справедливости, видите, как идет. Так. Сейчас показывает, что идет равновесие. Но здесь не закончена какая-то ситуация, как какую-то вуаль вижу. Угу. Вы будто бы не совсем, ну как, не совсем понятно видите мир. Это что такое? Король кубков. А, это не вы. Смотрите. Тут восстанавливается какая-то вселенская справедливость. Есть тут такое, что вот какой-то мужчина, он не понимал, то ли он с вами, то ли он где-то в другом месте. Вуаль до сих пор есть. А почему нам показывают такие странные энергии? Подождите. Это не событие, это что-то такое, когда вы это можете только ощущать, но не видеть. И что, мужчина? Мужчина до сих пор висит, я просто вижу. А, вы чувствуете, что вам необходимо двигаться вперед. Вот так. Смотрите, возможно, будет какая-то вселенская справедливость, и вы поймете, что есть какой-то мужчина. Как это вам дадут знать? Это вы у каждого по-разному. Но вам дадут высшие силы знак, что есть мужчина, который мучится, вот реально мучится, мечтает о вас. А у вас другая жизнь, у вас другие планы. Вот так вот. Императрица. И правильные планы. Вы идете в свою правильную жизнь.
Так, хорошо, хочу посмотреть советы. Советы. Так, мои дорогие, у вас сейчас может быть не хватать каких-то знаний. Эти знания вы можете получить от другого человека, но больше доверяйте себе. Потому что другой человек, он не сведущ в той сфере, вообще в вашей жизни, как разбираетесь в ней вы. Вот так. Наверное, вы знаете, да, что нужно получать советы только от тех людей, которые явные специалисты в той или иной области, смотря в какой области вы хотите узнать совет. Но есть все-таки жизнь человека, да? Специалист в этой области только вы, потому что ваша эта жизнь, ваша, больше ничья. Вы не можете получать советы по жизни у другого человека. Он не сможет дать вам эти советы. Другой человек, ну как, он может, и это будет выглядеть как манипуляция. Никто не может советовать вам как. Никто. Ну потому что да, дабы сохранить дружбу, видите, которая может развалиться, вам все-таки придется, ну, тут дружба какая-то под вопросом, я так вижу, либо дружба между мужчиной и женщиной, это не дружба, а любовь, тут под вопросом, почему, потому что, ну как, хотите стать победителем, тогда дружбы не будет, вот так, вот. Но или же дьявол победит, вот так. Поэтому либо вы, либо дьявол. Так, дальше. Здесь у нас далекие края. И какая-то проблема. И что? Что надо делать? Очень хитро поступить. Вам придет ответ, как двигаться дальше. Это к своей мечте. Либо какая-то дальняя дорога какая-то. Вам придет ответ в спокойствии, в состоянии медитативном. Когда вы перестанете вот эту метушню, да, потому что часто, когда есть какой-то сложный вопрос, человек начинает напрягать свой мозг. Нет, тут нужно расслабить. И вы увидите дверь, открыта будет дверь буквально сразу. Это дверь в ту самую стабильность, где правильное решение ваше будет вот именно обратить на какую-то дверь внимания. Вот так. В принципе, позитивный, классный расклад. Как? В принципе. И стараемся, да, то есть вот состояние корректировки судьбы, оно здесь сказывается. Мои дорогие, я благодарю вас и спасибо вам за ваше присутствие здесь, за лайки, комментарии, подписки, финансовую поддержку тех, кто это делает. Вы действительно даете возможность мне вот как максимально помочь вам, естественно. С Новым годом еще раз. Всего доброго. Пока-пока.